Дед Петуха, сходи в магазин за молоком. Возьми две бутылки. А молока сколько? Бливочка. В зал ресторана входит швейцар и спрашивает: «Господа, кто потерял кошелек, перевязанный синей лентой?» Все начинают хлопать себя по карманам. И один кричит: «Я потерял». Швейцар говорит: «Возьми, я ленточку нашел». Молодому еврею исполнилось 18 лет. Семья празднует его день рождения. Тут раздается звонок в дверь. Заходит почтальон, вручает ему повестку в армию и уходит. Один из гостей говорит: «Яша, ну и что я тебе скажу? Ты будь здоров, но только после 27 лет». «Склянись сюда, смертный, перед тобой великий артефакт. Он способен открыть тайны мироздания, управлять людьми, делать людей очень смелыми». «Неужели так трудно молча открыть вискарь?» «Сливочка!» «Недавно Маша научилась читать по-русски, но пока что не понимает прочитанного. Таким образом, девочка достигла уровня среднего пользователя Фейсбука». «Для окончания модернизации компьютера мне не хватает пока только одной платы – заработной». «А кто это сделал?» «А знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что если бы сегодня вы начали заниматься считанием секунд, то, достигнув счета 31 миллион 556 925, вы бы обнаружили, что целый год занимались абсолютно ненужной тратой времени». «Доктор, в последнее время у меня часто болит голова и трясутся руки». «Вам надо срочно бросить курить. Пить только в меру и по большим праздникам только. Приходить с работы домой вовремя. Приходить домой не позже 7 вечера». Хватит, доктор. Остальное мне жена расскажет». Объявление в газете. Молодая симпатичная женщина познакомится с интересным мужчиной для серьезных отношений или брака. «Интересно, а у вас тоже есть двойник, который делает по пьяни ужасные вещи, а потом все думают, что это сделали вы?» «Ну ты и козел». «Это я-то козел». «Да, ты козел». «Да сам ты козел». «А ты и на козла-то не похож». «Это я-то на козла не похож». Маленькая девочка-ангелочек подходит к руководителю хора и говорит: «Я в вашем хоре петь хочу». Руководитель хора спрашивает: «Да, и какую же партию?» Девочка говорит: «А басовую?» Руководитель хора говорит: «Да ты же не сможешь». Девочка говорит: «Смогу». Руководитель хора говорит: «А ну скажи мне что-нибудь грубо». Девочка говорит: «А ну быстро взял меня в хор, падла». Новый русский говорит официанту: «О, пожалуйста, 5 бутылок водки и 1 салат». Официант говорит: «5 бутылок водки и 1 салат? Вы же никогда салат не кушаете. Почему?» Спрашиваете. Новый русский говорит: «Мне его мягче падать». Ученикам дают задачу. Машина ехала в прямом ряду со скоростью 150 км в час. Потом она перестроилась в левый ряд
и начала ехать со скоростью 50 км в час. Вопрос: ну и какого хрена она перестроилась? А ты видел новую фотографию Рональдо Криштиану с его новой тачкой за 1 миллион евро? И что тут удивительного? Это всего лишь малая часть его зарплаты. Это как если бы тебя сфоткали с пачкой творога. Подписываемся, кликаем на колокольчик.